В Большом конференц-зале администрации сегодня не просто официальное мероприятие. Здесь собрались выпускники и их родители, а также педагоги и директоры школ. Сегодня в торжественной обстановке чествуют лучших выпускников 2015 года. Вы наша гордость, вы наше будущее. И мы очень рассчитываем, что, получив высшее образование, вы, возможно, в большинстве своем вернете свой любимый город, где заложены славные традиции. Ассамблея успешных. Не случайно именно это название выбрали для вручения торжественных наград. Это аттестаты и медали за особые успехи в учении и гранты главы города. Среди награжденных – выпускники школы хореографического искусства «Северное сияние» и ансамбля «Юность», победители городских, окружных и всероссийских олимпиад, а также спортивных соревнований. Призер окружной олимпиады по программированию, призер муниципального этапа олимпиады по обществу знаний и права. На протяжении многих лет Александр принимал участие в спортивных мероприятиях школы и города. На сцену вместе с лучшими выпускниками выходят и их родители. Ведь именно мамы и папы все 11 лет учились вместе со своими детьми, переживали горечь поражений и искренне радовались успехам. И доказали всем, что вы лучшие, что вы лучшие ученики, что вы лучшие выпускники. А как приятно родителям видеть вас сегодня и осознавать это. Я от всей души желаю вам хорошего пути, потому что это только старт. Школа и родители вот на сегодняшний момент только создали базу вашей судьбы, а вот каким будет ваш дальнейший путь, зависит от вас самих, потому что каждый из вас сам архитектор своей судьбы. Впереди учеба в высшем учебном заведении, получение специальности и выбор профессии. Пурнефтегаз на сегодняшний момент, наверное, для молодых. То есть те рабочие места, которые есть в нашем обществе, они рассчитаны на те профессии, которые вы будете получать. Поэтому по окончании учебных заведений, я думаю, мы ждем вас на нашем предприятии. Ждут нынешних выпускников и в других организациях города. Об этом после напутственных слов и поздравления рассказали руководители нефтегазовых и газоперерабатывающих предприятий. Уехав на большую землю, получив достойное, хорошее образование, вы сохраните в себе желание вернуться сюда. Сюда, где получили вы свой старт, тот самый марафон под названием «Жизнь». Мы ждем вас и надеемся на то, что это желание у вас сохранится на протяжении всего периода обучения. Я как представитель нефтехимической компании «Сибур» хочу тоже вам сказать, что площадки компании «Сибур», их 27 по всей стране, если вы решите связать свою жизнь с нефтехимией и газопереработкой, будут рады вас видеть у себя в коллективах. У выпускников начинается взрослая жизнь. Несколько лет учебы в вузе, работа, карьера. Но все это впереди. А сегодня у них заслуженный праздник. Ребята, на счет раз, два, три. Раз, два, три. Екатерина Склюева, Денис Гимп, новости Губкинского.